Здравствуйте, дорогие друзья! Представляю вам пихту испанскую. Петя, замолчи-ка. Представляю вам пихту испанскую салту. Смотрите, какое чудо! Все, петух не даст поговорить. Смотрите. Были сомнения. Сорт это тот, не тот. В описании к пихте испанской, смотрите, шишечки мужские 0,5-0,8 сантиметра, фиолетово-красные. Так и есть, видите? Это я сегодня увидела. Так, где еще? Вот, смотрите. Какая прелесть. Сегодня у нас 7 апреля. Что если кто-то хочет такую пихту в оптхозе, может быть, нету такой, но я видела, что у них сейчас похожая. По-моему, как-то по-другому, то ли серенада, то ли как-то тоже что-то на S, и тоже с такими шишечками, и тоже с распластанной такой кроной. Так что вот, можете посмотреть, если кому-то нравится. Вот такая вот прелесть. Все, петух разорался. Вот прелесть. Прошлый раз был обзор моего садика. Не вошла еще одна пихта в обзор. Сейчас посмотрим ее. Пихта, по-моему, благородная эта пихта. Веркадес прострат. Вот так вот. Это называется. Посмотрите, отличается. Но она тоже, веточки у нее горизонтально располагаются. Проводника верхнего нет пока. Цвет травы ярко-зеленый, сочный. Возможно, шишечки потом еще появятся позже. Так, вот из пихт, чтобы сразу уже завершить обзор, я вам покажу еще парочку пихт. Всего у меня пихт 4 на участке. Пусть уже будут все. Пихта Оберон. Вот так она выглядит в P9. Вот такая одна веточка, на которой три малюсеньких веточки. Вот так P9. Еще спит, поэтому я не знаю, как она вышла из зимы. Вышла, не вышла. Пихты просыпаются позже, чем сосны, позже, чем ели. Самые последние в саду, поэтому будем ждать еще целый месяц. Значит, вот это P9 у меня, вот такая кроха. Это была в C5, по-моему, или, а может быть, даже C7,5, или C5, или C7,5. Веркадес прострат. Еще есть пихта. Так. Сейчас покажу вам. Еще есть пихта. Вот так сейчас выглядит кохоуц.
Айсбрейкер – это пихта корейская. Она у меня сильно стрессанула в ледяной дождь осенью и полысела. Да, ребятки. Так что на картинках она выглядит красиво, но когда она лысеет, сбрасывает сразу много хвои. Ой-ой-ой, посмотрите. Ну, тоже непонятно, как вышла из зимы. 7 апреля еще не могу вам этого сказать. Это будет видно через месяц. Ну и вот эта солту, она пришла в контейнере из обхоза C10 контейнер. C10 это сразу огонь. Видите, размер какой. Она, скорее всего, не будет вверх ползти. Хотя написано, что солту до 2,5 метров может вырастать. Но пока что она стремится без проводника вертикального. Вот, просто в сторону ползти. Так что вот такой вот обзор по пихтам. Выбирайте сами. Все, ребятки, пока.